Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Давайте приступим к видеоуроку. Наверняка многие из вас привыкли в других редакторах видеть горизонтальную полосу с открытыми документами, которая появляется вот здесь сверху. И если вы хотите ее установить в данный редактор, то давайте сделаем это. Заходим в менеджер расширений, набираем Toolbar и устанавливаем расширение Document Toolbar. Теперь у нас появилась сверху полоска, на которой у нас будут отображаться файлы. Давайте перезагрузим редактор. Вот мы видим, у нас появились файлы. Также мы можем открыть второй файл, картинку и так далее. Также можно настроить данный плагин. Нажимаем на любой из этих документов, жмем Set Current Tab Colors. Здесь есть главные настройки. Можно включить и выключить вот эту вот область, показывать или не показывать крестик для закрытия файла и использовать шрифт Brackets, либо же использовать стандартный. Также есть правила, набор правил. Мы можем задавать для каждого файла свой стиль для вот этой вот кнопочки. В примере у нас показано, что мы можем задавать звездочка, точка и расширение файла. Например, звездочка, точка, HTML. И мы можем задать цвет. Это будет цвет фона, цвет шрифта текста. Нажимаем закрыть. Теперь у нас все HTML файлы выглядят вот таким вот образом. И так мы можем настраивать для любого расширения. Например, для CSS. Если вам удобен данный плагин, то, конечно же, используйте его. Но я привык к боковой панели Brackets, и здесь есть функция переключения между файлами с помощью клавиши Ctrl-Tab. Которая, по моему мнению, является очень удобной. Поэтому я удалю этот плагин и буду пользоваться стандартной панелью Brackets. Но вы же решайте сами, так как вам нравится. До новых встреч в следующем видео. Не забывайте также подписываться на канал, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии и переходите к следующему видеоуроку. Спасибо за внимание и до новых встреч!